как можно избежать казни на гильотине? Дело в том, что мне предоставили помощницу, магазин Книголэнд очень любезно с нами обошелся. Да, как вас зовут? Как? Ира, очень приятно. Аплодисменты Ире. Ира никогда раньше не принимала участия ни в каких фокусах, вас не распиливали, вы не летали, ничего такого. Нет? Тогда я приглашаю встать вас вот здесь, перед картой, и мне очень скоро понадобится ваша помощь. Ира, давайте мы немножко тут приберем. Огурец, конечно, не так, как кровь пачкает. Но я думаю, вполне нормально. Бедный огурец. Бедная Ира. Давайте поддержим Иру аплодисментами. Вот так. Миша, прошу заметить, что все сотрудники Книголэнда поддерживают ее. Это хорошо. Ира, у нас есть подушка. Это не для головы. Для головы у нас вон тазик. Да. Коленками. Коленка. Да, Ира, не бойтесь, это фокус. Вам, смотрите, я поставлю тазик, вам может показаться, что дно тазика полетит вам в лицо. Это иллюзия. Оптическая иллюзия, да. Вот сюда. Вот так. Да, это на... Да, вот так, руки на это. Пожалуйста, не шевелитесь, это в ваших же интересах. Что бы вы ни передумали, мы немножко вас зафиксируем. Если честно, я тоже переживаю, я показываю этот фокус первый раз в жизни, это серьезно. Все будет в порядке. Вы точно готовы? Все в порядке, Ира. Все в порядке. Очень медленно попробуйте пошевелить большим пальцем на правой ноге. Вы чувствуете? Отлично. Выставите вот сюда вот эту руку и помашите зрителям. Здрасте. Вы видите, рефлексы сохранились, фантастика! Возвращайте руку. Все в порядке. Тогда не шевелитесь. Я осторожно извлекаю лезвие. И ставлю его вот сюда, обратно. Не спешите, я вас сейчас освобожу. Раз. Два. И три. Поднимайтесь! Аплодисменты Ире! Невероятно! Все в порядке? Спасибо вам! Аплодисменты!